Аномальная жара на Урале. 10 июля 2020 год. У нас 34 градуса в тени. Такого давно не было. Наши петунии. Тоже жарко. Хорошо, что хоть ветерок немного дует. 34 градуса в тени. Ой, ветерок как хорошо обдувает. Вечером я вас полью. Цветочки наши. Терпите, еще рановато. Жарко. В тени 34 градуса. А на солнышке градусник зашкалил свыше 50. Так что прячемся в тени. На солнце вообще невозможно. Вот это жара. Вот солнце пекет, пекет. Лето, июль 2020 года, жара 34 градуса, для нас это экстрим. Цирлянский пруд.